Ежегодную акцию «Елка добра» в селе Верхневилюиск посвятили детям участников спецоперации. С 12 декабря к сбору подарков присоединилось 9 учреждений, 1 общественная организация, 5 предпринимателей и 15 частных лиц. На елку повесили 40 игрушек с именами, и последнюю игрушку забрали как раз сегодня. Все подарки вручат в январе на детском утреннике. Также глава наслега подготовил подарки не только для детей-бойцов, но и детям семей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Каждый подарок подобран по возрасту детей. Дети, начиная с 7 месяцев до 17 лет. Например, самым маленьким принесли игрушки, машинки, мягкие игрушки, куклы. Самым большим принесли колонки, наушники и так далее. Подарки будем вручать в январе месяце на нашем детском утреннике.